Приветствую вас, друзья мои. Это Тимур Ханов. Сегодня я попробую быть в двух ипостасях. Я буду задавать вопрос и сам буду на него отвечать. Например, так. Здравствуйте, Тимур. Как вы оцениваете ситуацию в Новосибирске, в Новосибирской области с ковидом? Какие изменения сейчас происходят? Что нам надо ожидать от ситуации вокруг коронавирусной инфекции? Спасибо, хороший вопрос. Я с большим интересом слежу за ситуацией, за тем, что происходит у нас вокруг именно коронавирусной инфекции. Я сейчас сделаю свое красивое изображение поменьше, чтобы зрители могли сами лучше увидеть, что происходит. Я буду показывать графики и по ним рассказывать о ситуации. Здесь графики требуют внимания, поэтому я торопиться не буду, чтобы вы могли рассмотреть, при необходимости поставить на паузу и оценить, ну, сделать выводы самостоятельно, потому что все цифры, я предупреждаю, что все данные, которые использовались для анализа, все эти данные были получены только из официальных источников. Основной источник — это публикации так называемого, как его называют, оперативный штаб правительства Новосибирской области. Каждый день публикуется множество цифр. Я мог бы показать тысячи и тысячи цифр, которые не только ввожу в компьютер, но обрабатываю и в результате прихожу к некоторым выводам. Итак, на первом графике, который у меня тут называется график номер 2, так сложилось, показаны те цифры, те параметры, которым можно доверять. Дело в том, что, если я правильно помню, вернее, как довольно много людей в наше время не доверяют тем цифрам, той информации, которую публикуют официальные источники, прежде всего к фактическим материалам. Действительно, анализ показывает, что не все данные, не все цифры, публикуемые областными властями Новосибирской области, как и другими органами власти в Новосибирске, не все эти цифры достойны доверия. Можно их поставить под сомнение. Например, когда мы наблюдаем с точки зрения математической статистики или здравого смысла непонятные или явно корректируемые данные, то, наверное, стоит их либо самостоятельно проанализировав скорректировать, либо вовсе не учитывать. Поэтому, например, я, посмотрите, пожалуйста, на экран, анализирую прежде всего данные по госпитализации. Цифры по тому, сколько людей находится в больницах, взрослых и детей, они больше похожи на правдивые цифры и по законам статистики, и по тому, как они себя, как ведут эти вот волны. Именно сейчас посмотрите, пожалуйста, на горки. Вот на голубые горки и на красной горке, вот такие на заднем фоне. Это именно, как и показано в заголовке, это именно данные по госпитализации. Синий цвет на этом графике у меня относится к показателям, относящимся к взрослым, а красный и розовый — это то, что касается детей. Я не случайно выделил детей в отдельную группу. Этого обычно не делают, не у всех есть такие данные, но вот сейчас объясню почему. Итак, на этом графике вы видите то, что происходило, начиная уже за последние полтора года, начиная с апреля, даже уже больше, чем полтора года, с апреля 2020 года, и вот цифрами большими фиолетовыми 1, 2, 3, 4 обозначены волны, через которые прошла Новосибирская область, да и вся Россия, с некоторыми сдвигами. Эти волны прокатились от столиц до провинции по всем регионам Российской Федерации. Первая волна была в июле 2020 года, вторая в ноябре. И именно показатели голубые, вот эти, похожие на синусоиды, подъемы и спуски, это то количество больных, которые находились в больницах, в ковидных госпиталях. А красные, более резкие волны, они в другом масштабе. Посмотрите, для синих взрослых масштаб на шкале, которая находится слева, а для детей это масштаб, который находится справа. То есть не надо думать, что детей столько же, сколько взрослых. Это я их для того, чтобы сопоставить данные, я их разместил в разном
в разном масштабе. И, конечно, когда счет по взрослым идет до 6 тысяч, например, одновременно болеющих, находящихся в больнице, то для детей эта цифра может доходить там, ну, значительно меньше, там 120, например. Обратите внимание, что детские волны, вот эти красные, пока на линии не смотрим, про линии я поговорю чуть позже, то там, где речь идет о заражениях. Смотрите, детские волны, особенно первая, вторая, да и третья, хорошо было заметно, что они начинаются раньше и заканчиваются быстрее. И это свидетельствует однозначно о том, что именно дети являются главными организаторами или разносчиками, распространителями первичной волны, начала эпидемических волн. Почему эпидемия проходит волнами, почему они то поднимаются, то быстро затухают? Ну, относительно быстро, конечно. Тут на шкале, повторю, больше полутора лет размер показаны. Почему так происходит? Ну, это можно поговорить с эпидемиологами. Возможно, срабатывает то, что приходят разные штаммы, разные белые. Срабатывают также особенности времен года. Или, например, вот посмотрите, первое, то, что по цифре 2, волна начиналась в октябре 2020 года. А вот сейчас у нас в октябре 2021 года тоже начинается волна под номером 4. Эти волны, скорее всего, спровоцированы тем, что дети идут в школу, взаимно перезаражаются и несут эти болезни домой. Уже потом подхватывают взрослые, и вот пошла волна с новым очередным штаммом. Будем считать, что это ну, для разных типов вирусов волна снова поднимается. Кроме того, как известно, у детей, вернее, по коронавирусу иммунитет держится не всю жизнь, и у тех, кто переболел, и тех, кто поставили прививки, и для них поэтому через полгода у человека снижается иммунитет, а тем более через год, вот скажем, если кто-то переболел осенью прошлого года, то может заболеть вновь уже осенью этого года, иммунитет по отношению к коронавирусу уже ослаблен. Именно поэтому происходят сезонные заболевания гриппом и другими болезнями, но мы сейчас говорим о коронавирусе. Итак, если сравнить по, опять же мы говорим вот про эти заштрихованные области, смотрите, что на второй волне детская волна была поменьше относительно третьей. Не относительно взрослой, а относительно третьей, потому что повторю, что для детей и взрослых масштабы разные. Это я показываю только динамику, чтобы было понятнее, как что происходит. А для быстрее детская волна начинается, быстрее заканчивается. Взрослые волны проистекают медленнее, даже медленнее затухают, что хорошо видно вот по второй взрослой волне, которая вот начиная с января и до лета, она все медленно-медленно снижалась. Третья быстро началась, вернее, достаточно быстро закончилась, но она не дошла до минимума и уже перешла в четвертую. Третья волна, которая началась в августе, вернее, которая, пик, который пришелся на август 2021 года. Теперь давайте посмотрим на вот эти темные линии, темная синяя и темная красная. Линии. Эта линия относится к уровню заражения. Тоже другой масштаб, но чтобы была понятна динамика. Вот по что такое я называю заражением, но это на самом деле, точнее сказать, сколько положительных тестов было получено в результате тестирования граждан, детей и взрослых. Эта цифра не всегда отражает или зачастую не точно отражает ход эпидемии, потому что тестирования эти происходят. Это не научные тестирования, когда там рандомно или там по особым технологиям делаются выборки среди разных людей, там ищут по разным группам населения. Нет. Как известно, тестируют врачей или других, по другим профессиям чаще происходит тестирование. Тестируют людей, попавших в больницы, или тестируются люди, которые выезжают за границу, или им нужна какая-то справка. Поэтому показатель тестирования не очень точно отражает ситуацию в обществе. Понятно, что очень много людей болеют, так и не получив тест, или даже и не захотев его сделать. Кроме того, это именно цифра, посмотрите, пожалуйста, на синюю темную линию. Вот над цифрой 1 на первой волне и под цифрой 2 на второй волне.
Смотрите, как срезаны вершины этих линий. Вроде бы поднималась, потом вдруг остановилась и почти не растет, почти не меняется. В первую волну это был уровень около 100 человек в день. Да, это сколько зараженных в день, за один день. Если про больницы шла речь, сколько людей одновременно находится на госпитализации, то здесь число зараженных в день. И вот на второй волне тоже была срезана вершинка. И я думаю, что это связано с тем, что, возможно, я не исключаю такую вероятность, или это по ошибке, или по каким-то другим причинам, реальные данные по выявлению зараженных людей, зараженных коронавирусом, они корректируются. В меньшей степени корректируются или совсем не корректируются данные по заражению детей. Это красная, тонкая, темная красная линия. И, как видно, она для первой и второй волны не очень ярко выражала свое поведение, эта линия. Но для второй волны она была похожа на то, как и синхронно с кривой госпитализации. Но почему они такие низенькие вначале? Да потому что, обратите внимание, что заражение детей на третьей, а тем более сейчас, вот сейчас на четвертой волне, и для взрослых, и для детей уровень заражения, количество тестов, давших положительный результат, резко выросло. Буквально, посмотрите, в 2-3 раза относительно максимума на третьей волне. И ведь четвертая волна еще только разгоняется, она еще не дошла до вершины, а зараженных очень много. С чем же это связано? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что тут может быть и изменение способов тестирования, а может быть реально у нас существенно изменилась эпидемиологическая ситуация и много людей стали выявляются как зараженные, еще не заболевшие, а зараженные, в том числе, конечно, заболевшие, прежде всего это те, кто будем считать их зараженные, это заболевшие, давшие положительный тест. И либо в полном объеме стали эти данные публиковать, но и по всей России, это не только по Новосибирской области, сейчас уровень заражения на четвертой волне весьма высокий. И посмотрите снова, так же как и на первой, второй, третьей, на четвертой волне, которую мы сейчас переживаем, которая началась вот еще в конце сентября, судя по детям, именно по детям. У детей началась она в конце сентября. У взрослых она началась в середине октября. Или это третья волна не закончилась, и началась уже четвертая. Именно снова по уровню заражения мы можем видеть, что дети – это наш сигнализатор. Уровень их заражения и госпитализации свидетельствует, показывает, что именно через них начинаются проходить эпидемии. Посмотрим следующую картинку. У меня будет несколько картинок, я по ним буду рассказывать. Статистика числа госпитализированных и зараженных за день. Ну, это вот примерно та же самая картина, о которой я вам говорил на предыдущем слайде. Здесь просто показана, более упрощенно показана линия. Здесь взрослые и дети собраны одинаково, не разделены. И здесь как раз очень хорошо по уровню госпитализации, вот синяя линия в данном случае это уровень госпитализации, а красные точки это число зараженных суммарно детей и взрослых. Тоже разный масштаб. Для госпитализированных это синий масштаб слева шкала, а для зараженных, сколько людей в день заразилось, это шкала справа, красная. И вот тут хорошо видно, как на первой и второй волне для красных линий вершинки срезаны. Но я думаю, вот это было сделано каким-то искусственным методом. Хотя, не знаю, не стану гадать каким, догадайтесь сами. И опять же, здесь очень хорошо заметно, что четвертая волна по уровню заражения, может быть, лучше стали выявлять, не знаю, но вот по уровню заражения существенно, по числу зараженных, существенно превосходит волны предыдущие. Показателей очень много, там можно говорить и о заражении, о госпитализации, о количестве тестов, о влиянии количества зараженных людей, обратившихся с жалобами по ОРЗ, по ОРВИ. Но сегодня я хочу уделить внимание вопросу по избыточной смертности в Новосибирской области. Сколько же людей умерло от ковида? По данным, которые дают в официальной статистике,
Вот на сегодняшний день всего умерших с диагнозом, который называется COVID, ровно, что интересно, я специально уделил этому внимание, ровно 3500 с начала эпидемии. Но эта цифра далеко не в полной мере, на мой взгляд, отражает ту ситуацию по смертности, которая на самом деле существует. И я готов вот с помощью графика, который у вас на экранах, я готов доказать, показать, что реально у нас в несколько раз больше людей, умерших от ковида или от причин, связанных с ковидом, лучше так сказать, потому что понятно, явно, что не все люди, которые дополнительно, я буду говорить так немножко цинично, ну, извините, такой сленг, избыточные смерти, что не все эти люди связаны непосредственно с ковидом. У кого-то обострились, кто-то заболел, заразился коронавирусом, у него обострились его прежние болезни. Кому-то, может быть, не оказали вовремя помощь, потому что здравоохранение, система перегружена, может, какие-то еще попутные. Но все-таки, если мы с вами посмотрим внимательно на приведенный на экране график, то увидим, что смертность, о которой идет речь, она связана именно с эпидемией. Тут я для того, чтобы был у нас диалог, я сейчас сам себе еще и вопрос задам. С помощью каких цифр можно нам попробовать объяснить или достоверно определить, сколько же людей умерло в тот или иной период? Ну, опять скажу, хороший вопрос, да, спасибо. Есть несколько источников по числу летальных исходов. Прежде всего, это отчеты оперативного штаба, которые ежедневно публикуют там 10, 12, до 17 человек в день, умерших от коронавирусной инфекции. Есть еще другие статистические данные, они обычно запаздывают. Но более правдивую, более полную информацию нам дают органы ЗАГС. То есть те органы, которые выписывают свидетельства о смерти. И они, по их информации, можно судить, сколько же все-таки за месяц людей действительно умерло. Я думаю, что число выданных свидетельств – это строгая отчетность. Там не станут приписывать. Уж не знаю уж, как там насчет возможного недоговорок, но уж приписок по части могил вряд ли можете себе представить. Поэтому давайте посмотрим на этот график. И он так и назван у меня – избыточная смертность. Прежде всего, фоном нарисована такая горочка. Это именно кривая, которую я уже показал вам раньше. Это зеленоватая такая. Это число госпитализированных. И по правой шкале показано, до какого уровня это число изменялось. И вот с мая 2020 года до октября 2021, все эти волны показаны. Видна и первая, и вторая, и третья. До четвертой волны пока данные по реальной смертности отстают на месяцы больше. Поэтому по четвертой волне говорить рано. И здесь внизу крестики, черненькие крестики, это именно ежедневная отчетность официально, сколько у нас умерло людей, прямо связанных, эти смерти связываются с ковидом. А вот фиолетовая линия такими ступеньками, это уровень избыточной смертности по отчетам ЗАГС. Что такое избыточная смертность? Обычно в Новосибирской области около 36 тысяч человек ежемесячно умирают в среднем по году. Летом поменьше, зимой побольше, это традиционно. Но около 36 тысяч человек в год. И если взять данные по прежним годам, когда не было никаких существенных эпидемий и прочих, выровнять там данные, вот эти 36 тысяч. И если мы из данных ЗАГСа по количеству выданных свидетельств о смерти, если мы вычтем этот стабильный, неизменный уровень смертности из месяца в месяц, а такие данные есть, они публикуются каждый месяц, то мы получим так называемую избыточную смертность, люди, которые сверхплановые, если это можно так сказать, умершие люди, которые при нормальной ситуации, без особых причин, без войн, без стихийных бедствий и без эпидемий, они бы, эти люди, наверное, пожили подольше. Может быть, среди них есть и со слабым здоровьем, но, наверное, как-то бы их смерть могла быть в другое время. Итак, если мы из чисел, которые выдает ЗАГС, вычтем
стабильный уровень смертности, сложившийся за последние годы, мы получим избыточную смертность. И вот этими ступеньками, вот эта кривая синяя, пунктир с синими ступеньками, именно показана избыточная смертность по отчетам ЗАГС. И очень хорошо видно, что особенно по второй и третьей волне, по ноябрю 2020 года и по июлю 2021 года, как высоко поднимался уровень избыточной смертности. Здесь он показан в единицах по в среднем, сколько людей умирало в день. И шкала слева. То есть, если в первую волну, во вторую волну в ноябре доходило до 70 человек в день, то в третьей волне, вот в летом текущего года, было до 90 человек в день. Это избыточных. Это если мы возьмем данные ЗАГС. В них сомневаться не приходится, это данные весьма точные. И посмотрите, синий пунктир очень близко, он как будто обрисовывает тот фоновые горки, которые у нас, как напомню, это число людей госпитализированных. То есть, чем больше людей в больнице, связанных с ковидом, это ковидные больные, это ковидные больницы. Чем больше людей в больницах, тем больше свидетельств о смерти выписывается в этот месяц. Но самая интересная кривая – это кривая красная. И я даже горжусь некоторым образом, то, что я эти данные нашел, обработал и как бы ввел в научный оборот, как говорят наши ученые, известные в Новосибирске, например, по истории. Так вот, эти данные получены из официального вполне источника, есть база данных по кладбищам Новосибирска. Тут, если данные по ЗАГСам с точностью до месяца, то здесь данные с точностью до одного дня. Я знаю каждый день, сколько на кладбищах было захоронено людей. Но это не все люди, которые умерли в Новосибирской области. Это только город и только кладбище. Здесь не учитываются колумбарии, относящиеся к крематориям. Ну и районы области тоже не учитываются. Но если сравнить данные по кладбищам и данные по ЗАГСам, то стабильно из года в год базы данных кладбищ — это примерно 34-36% относительно общей цифры по области. Поэтому я вполне могу интерпретировать, умножив на соответствующий коэффициент, могу вполне довольно смело, на мой взгляд, интерпретировать и переводить, умножив примерно на 3, там, на 2,8, точнее, умножив цифру количества умерших в этот день, вернее, захороненных в этот день на кладбищах Новосибирска, экстраполировать эту цифру на всю область, потому что до тех пор, пока в прошлом году у нас показывали заболеваемость в городе и области, по области немножко отставали данные, но тоже шли рост и снижение, были синхронны с тем, как это происходит в Новосибирске. Ну, понятно, у нас общий регион, и здесь эпидемия распространяется синхронно, чаще вот из областного центра в районы. Так вот, красная линия – это количество умерших, избыточное число. То есть есть уровень, который хоронится в Новосибирске каждый день, это примерно 30 человек в день. Так вот, по ноябрю 2020 года, а тем более по июлю 2021 года, показывали, что доходило до 90 человек в день. То есть не 30, как в обычный мирный день, а до 60 плюс. Вот эти вот избыточные смерти, они достигали, в два раза превосходили устоявшийся за годы уровень. Именно эти избыточные смерти непосредственно связаны с ковидом. Я утверждаю это довольно смело, потому что, посмотрите, красная линия почти полностью синхронно поднимается и опускается, так же, как линия, вот это вот зеленоватые горки, которые нарисованы, уровень госпитализации. Чем больше людей было в больницах с ковидом, тем больше новых могил возникало на кладбищах Новосибирска. И наоборот, со снижением числа болеющих, явно болеющих в больницах снижалась и избыточная смертность, возвращаясь к уровню стабильному. По закону больших чисел, кто имеет здравый смысл или изучал статистику, те знают, что по закону больших чисел, когда мы имеем дело со случайными величинами, а количество умерших в больших таких мегаполисах Новосибирск, это число не очень меняется изо дня в день. Конечно, там есть колебания, но довольно близко держится к среднему. И поэтому, если в среднем
30 человек в день, а в какие-то в особые дни до 90 доходит. И как-то это вот так синхронно одновременно с числом больных, с ростом числа больных по госпиталям. Несомненно и однозначно можно утверждать, что большинство этих смертей дополнительных, избыточных, связаны именно с ковидом. Прямо или косвенно. Если бы не было у нас эпидемии, то этих избыточных смертей бы не было. Сколько же их будет у нас? Вот сейчас я переведу картинку и сам себя спрошу. Скажите, Тимур Фанирович, а как можно ли оценить вот этот уровень избыточной смертности в Новосибирской области? И так ли уж это велико, это количество? Да, можно оценить общее количество людей, кто умер именно из-за ковида. То, что я считаю, что они умерли из-за ковида. И сколько их? Вот на этом графике показан, как в течение года. Вот темная гора, темный треугольник, это как росло... ошибся. Не 20-й даже. Извините. Ну вот. Живьем. Это 19-й год. Стабильный год. Вполне себе обычный для Новосибирской области. Более того, по тем тенденциям, которые складывались за последние годы, в 2020 году ожидалась смертность даже несколько ниже, чем в предыдущем году. Но опять же, если бы не было никаких катаклизмов, а именно катаклизмом стала эпидемия. Так вот, синий треугольник, это как в течение года росло количество умерших по данным из ЗАГСов. Это по данным ЗАГСов. И умерло за 2019 год 35 774 человека. Помните, я говорил про 36 тысяч, но даже немножко меньше. В 2020 году, вот посмотрите, начиная с весны, с мая, потом больше июля и особенно в ноябре, оранжевая горка, она превысила год 2019, и общее число умерших достигло 42 692. Точнее, это не умерших, это число выданных в Новосибирской области свидетельств о смерти. Если мы вычтем эти две цифры, то увидим, что разница в 7 тысяч человек. То есть за 2020 год избыточная смертность в Новосибирской области составила 7 тысяч человек. По 2021 году, это вот розовая линия, пока данные только есть за октябрь, до октября, по октябрь включительно, и по октябрь включительно 38 388 свидетельств о смерти. И, как видите, уже за 10 месяцев эта цифра почти на 1500 превысила общегодовой, среднегодовой уровень. То есть еще 2 месяца у нас будут умирать люди. И все вот эти люди, вот эти смерти, это будут избыточные смерти, превышающие среднегодовой уровень. И по моей оценке, вот это уже прогноз, это предположение. На мой взгляд, общее число умерших за 2021 год составит 45 тысяч, ну там, больше 45 тысяч человек, что превзойдет обычный уровень на 10 тысяч человек. Итак, 5 тысяч избыточных смертей в 2020 году и 10 тысяч в 2021, итого 15 тысяч. Много это или мало? Ну, для Новосибирской области, которая почти 3 миллиона, вернее, 2 миллиона 800 тысяч человек, вроде бы цифра небольшая, но на самом деле не так много людей умирает, и вообще в целом это не такой частый процесс среди живущих. Посмотрите, вот эта цифра 36 тысяч в год для населения, ну скажем, в 3 миллиона, это примерно, ну чуть больше одного, несколько больше 1%. Так вот, если эта цифра выросла, посмотрите, с 35 тысяч до 45 в этом году, то значит, из 1% она почти стала 1.5%, то есть увеличилась, ну, процентов на 40. Настолько больше людей, новых могил возникло на кладбищах Новосибирской области. Ну, на этом пока все. Следующую, я думаю, если вам было интересно, если вот эти мрачные разговоры о покойниках вас не смутили, я буду продолжать в дальнейшем комментировать на своем канале. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Это только начало разговора про ковид. Ситуация серьезная. Я думаю, что мы пока еще рано говорить о том, влияет ли вакцинация. И вакцинация, вернее, и естественное, то, что люди переболели, как это влияет, как четвертая волна будет развиваться, как на нее повлияет меры вот эти вот, такой недолокдаун, который у нас организован.
понизят ли они. На самом деле четвертая волна пока развивается не так быстро, как третья. Но об этом в следующем разговоре. Спасибо за внимание. Это был Тимур Ханов. Большое спасибо. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.